И всем привет, с вами я, Александр Навасов, и сегодня я буду играть в Акинатора. Это такая игра, которая может угадывать, ну или, не знаю, я попробую первый раз разобрать в это. Игра английская, я ее перевел, тут есть кнопочка на русский, я поставил русский. Так, привет, я Акинатор. Задумайте реального или вымышленного персонажа, я попытаюсь отгадать его. Ну, допустим, я загадаю одного персонажа. Все. Я загадал Хелдена. Все, я сказал, что я загадал именно Хелдена, чтобы вы потом не спрашивали, почему я загадал кого-то не того. Я загадал Хелдена. Все. Играть. Так, ваш персонаж мужчина. Да. Ну, Хелден, да. У вашего персонажа есть канал на Ютубе? Нет. Ну, или... Нет. Своего личного нету. Ваш персонаж реален? Нет. Ваш персонаж человек? Нет. Ваш персонаж животное? Нет. У вашего персонажа есть волосы? Ну... Нет. Ваш персонаж плохой? Типа, если он злой, то... Ну, вообще, пусть будет да. Ваш персонаж черного цвета? Нет, красно. Этот персонаж носит одежду. Ну, если считать то, что на нем только, ну, шорты такие, то, допустим, да. Ваш персонаж имеет отношение к комиксам Marvel? Нет. У вашего персонажа больше 100 тысяч подписчиков на Ютубе? Нет. Ваш персонаж экспериментатор? Ну, частично, возможно, частично. Ваш персонаж из мультфильма «Маленькое королевство»? Про королевство он угадал, но нет, ну не маленькое. Имеет ли ваш персонаж отношение к серии игр «Амнезия»? Нет. Ваш персонаж был казнен? Ну, вообще, да, да. Ваш персонаж расстался с девушкой? Ну, частично, да, да, ладно, как бы. Ваш персонаж всегда носит одну и ту же одежду? Ну, возможно, частично. Ваш персонаж микроорганизм? Нет. Ваш персонаж скелет? Нет. Ваш персонаж из страшилок? Ну, возможно, частично, я не знаю. Да, наверное. Ваш персонаж носит шляпу? Нет. Ваш персонаж солист группы Little Big? Нет. У вашего персонажа три меча? Нет. Ваш персонаж любит газировку? Ну, возможно, частично, я не знаю. Ваш персонаж связан со школой? Нет, это Хелден, ребят. Это Хелден. Ну, почти угадал, но нет. Так, кошмарный Фокси. Ну, вообще, частично он чем-то прав, он пошел уже к правильному направлению, но... Нет, это не кошмарный Фокси, да и как он вообще найдет? Хелден, я не знаю. Продолжить? Да. Ваш персонаж из видеоигры? Нет, пока что нет. Имеет ли ваш персонаж отношение к казино? Нет. Ваш персонаж – герой мультфильма ужасов. Ой, фильма ужасов. Нет. Ваш персонаж – герой мультфильма. Да. Ваш персонаж зеленый. Нет, красный. Ваш персонаж одет во все черное. Да. Ваш персонаж – герой русских сказок. Нет. Ваш персонаж – один из богов. Ну, возможно, частично. Ваш персонаж из греческого мифа. Нет. Умеет ли ваш персонаж печь пироги? Ну... Возможно, частично, я не знаю. Ваш персонаж имеет отношение ко вселенной Saints Row? Это игра. Нет. Ваш персонаж говорит на японском? Нет. Ваш персонаж щеночек? Нет. Умеет ли ваш персонаж читать? Ну, ясное дело, что да. Ваш персонаж спит ночью? Да. Есть ли у вашего персонажа рога? Да. Ваш персонаж маленький? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к мультфильму «Стар против сил зла». Вот это уже как-то, ну, как бы попал, но не совсем попал. Ну, что-то уже близко. Ну, возможно, частично поставлю, я не знаю. Ваш персонаж связан с мультфильмом «Стар против сил зла». Нет. Ваш персонаж красного цвета, наконец-то, да. Имя вашего персонажа имеется в названии мультфильма. Нет. Связан ли ваш персонаж с игрой Clash Royale? Нет. У вашего персонажа есть копыта? Нет. Ваш персонаж из японской анимации манги? Нет. Есть ли у вашего персонажа дети?
Да. Попал. Тригон. Он мне показал Тригона из Юных Титанов. Это странно, но вообще частично он попал уже. То, что он вообще как бы попал уже, ну, на самого персонажа. Но Хелдена, я думаю, он не отгадает. Нет, не Тригона. Да. Ваш персонаж связан с мультфильмами. Да. Ваш персонаж носит доспехи. Нет. Ваш персонаж был арестован. Да. Ваш персонаж может поместиться на голове. Нет. У этого персонажа есть дочь. Да. Если у персонажа жена, муж. Вообще, да. И мне опять дали Глобгара. Почему-то. Я не знаю почему. Нет. Ну, что-то уже близкое. То есть Тригон, Глобгар, что-то такое. Идет такое вот близкое, но не совсем, потому что мы ищем Хелдена. Нет, продолжим, да. Вы были влюблены в ваш персонаж. Вот в вашего персонажа. Больше года. Ну, влюблен, я не знаю. Возможно, частично. Вы когда-нибудь занимались? Нет. Ездил ли вас, может, ваш персонаж на мотоцикле? Да. Ваш персонаж имеет красный цвет волос. Волос у него нет. Нет. Ваш персонаж из мультфильма «Время приключений». Нет. Ваш персонаж замужем за актером. Нет. Ваш персонаж ученый? Нет. Ваш персонаж носит оружие? Да. Ваш персонаж робот? Нет. Ваш персонаж... наполовину орк? Так, ну если подумать, что... А кто такой орк вообще? Это типа как Шрек, что ли? Типа... А, нет, он орк. А орк кто такой? Ну, не знаю, нет. Я забыл, что такое орк. Ладно. Может быть, я не знаю. Не знаю. Ваш персонаж это Атиляра. Ай, ладно. Ваш персонаж был в космосе. Нет. Ваш персонаж живет в джунглях. Нет. Ваш персонаж имеет оранжевую кожу. Уже спрашиваю, я на красную. Ваш персонаж использует огнестрельное оружие. Да. Ваш персонаж похож на животное. Уже спрашивали. Ваш персонаж желтого цвета. Нет, ну красный, я уже говорил. Называли ли вы фильмы с вашим... Нет. Ваш персонаж украинец. Ну, я не знаю. Не знаю, нет. Имя вашего персонажа звучит в названии фильма. Нет. Ваш персонаж хорошо знает русский язык. Да. Имеет ли ваш персонаж отношение к камням бесконечности? Нет. Ваш персонаж может стать невидимым? Нет. Тело вашего персонажа покрыто ожогами? Нет. Демона. Вот тут уже... Вот, он попадает вот уже четко, вот прям почти на Хелдена. То есть вот Тригон, Глобгар, демон попал уже. То есть вот уже у него образ персонажа готов. То есть он уже почти угадал моего персонажа Хелдена, но еще не совсем. Да, это демон, но возможно, я прав. Возможно, я прав. Я не знаю, если я поставлю, что он прав, то игра будет окончена. Но, в принципе, он прав. Это демон, но не совсем демон. Он ошибается. Имя. О ком вы думаете? Хелден. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И я победил Акинатора. Всем удачи, всем пока.